Еще одно ЧП, но уже природного характера, произошло ранним утром в Октябрьском районе. Старый тополь не выдержал сильного порыва ветра и упал на газовую трубу. В результате чего произошел прорыв сварочного шва, который привел к утечке газа. Около 300 жителей на целый день остались без газоснабжения. Кроме того, рухнувшее дерево повредило несколько автомобилей. Старые все деревья. По всей видимости, они... вообще ветер был сильный. Шум страшный был, потому что прям так... А муж посмотрел, сразу говорит, а ветки прям в стекло. Вот здесь две машины стояло. Вот я его, чтобы посмотреть, а их уже нет. Мне кажется, одно дерево зад придавило, потому что бревном как раз.